Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом домашнего барбекю соуса. Готовится он из самых простых и доступных ингредиентов. Всего несколько минут и готово! Итак, для приготовления барбекю соуса нам понадобится 1 стакан кетчупа на ваш выбор, у меня это органический, без добавок, полстакана коричневого сахара, четверть стакана уксуса, 2 столовые ложки меда, одна чайная ложка соли и специи по вкусу. В моем случае это специи для овощей. На этом этапе можно также добавить зубчик свежего чеснока. Это опционально, но тоже очень вкусно. Смешиваем тщательно все ингредиенты и переливаем их в сотейник, в кастрюлю или, может, даже в сковородку с высокими бортиками. Ставим сотейник на слабый огонь. Соус должен слегка подкипать. И уварим его при постоянном перемешивании 25 минут. К концу уваривания соус должен стать более густым и приобрести такой глубокий красный цвет. Если соус попробовать на данном этапе в теплом виде, то может показаться, что слишком много уксуса. Это нормально. Когда он остынет, вкус уксуса будет уже не таким явным. Даем соусу остыть и переливаем его в банку. Этот барбекю соус отлично хранится в холодильнике около 2 недель. Его также можно заморозить порционно и хранить в морозилке до 3 месяцев и размораживать по необходимости. Спасибо, что были со мной. Скоро увидимся!